И поэтому сейчас Хоглунд. Хотя затеял-то все, на самом деле, Дзюба. Он первый толкнул Хоглунда. Но пятый номер Гетеборга, надо сказать, легко оделся. По желтой карточке получили двое забияк. Уже три горчишника в первом тайме. Многовато для товарищеской игры, надо сказать. Но игра пошла недобрая с самых первых секунд. Филипп Хоглунд выбросит мяч из-за боковой. Там разбег для него не очень возможен. Ох, момент и гол. Первый мяч в сетке ворот. Спартаковцы пропускают. 36-я минута. Внезапный удар. Не видел его момент Андрей Дикань. И дистанция для удара была... Для отражения удара была, наверное, слишком малой. Тобиас Хьюсон, капитан и лучший снайпер команды. Это явно какая-то домашняя заготовка у них. Хотя передача пяткой явно можно отнести к разряду домашних заготовок. Но уж там как получится. Вот этот пас пяткой, удар с лету. Ну что ж, гол получился красивый. Обидно, что его пропустили спартаковцы, но...